Всем привет! Сегодня буду показывать обзор на свой вот такую как бы тетрадку, в которой я храню свои наклейки. Вот. И, по-моему, так. А, у меня, да. Так, стоп, подождите, я сейчас спрошу. И на канале также есть видео, где я показывала моя сестра обзор тоже на свой вот такой вот, ну, стикербук с наклейками. Ну и давайте начнем. Так, вот такая у меня тетрадка. Она была обычная, в клетку. Здесь 12, по-моему, листов. Да, 12. И я ее обклеила в такую бумагу в точку. Вот, и украсила. Написала стикербук, тут нарисовала сердечко. Написала мои наклейки. И вот эти вот, кстати, это на цветной бумаге были такие рисунки. Я их вот вырезала и приклеила сюда. Мне они понравились. Вот. Здесь я не знаю вообще, зачем, как это подходит под эту тему. Но я просто так написала. Потому что я люблю мир животных. И все, и украсила тоже сердечко. Просто я уже не знала, что написать. И мне кажется... Без разницы, там просто задняя часть, и я, ну, как бы, неважно. Вот так. Здесь на первой странице, так, отсвечивает. У меня... Сейчас я покажу. Так, отсвечивает, что... А, вот. На первой странице у меня просто прозрачный карман, вот такой вот из обложки от тетради. Сзади я просто нарисовала сердечки, потому что мне не нравится, когда просто белое, ну, вот... Страница белая, это прозрачно, и как это все как-то так смотрится странно, и я сзади нарисовала вот такой вот фон. Вот, здесь в этом пакетике у меня хранятся вот такие наклейки, которые с Алиэкспресс, это птицы всякие. Вот сейчас покажу. Тут, кстати, такие от скотча, из скотча замки такие, что потому что сверху, ну, если я вот так вот будет открыто, то я перевернуть могу, и они просто выступятся, из-за этого я вот так сделала. Вот. Вот. Так, если вы сейчас услышали, то что это не обращайте внимания, это просто там. Так вот. Так, вот как бы в этой коробочке они были, я эту коробочку. Я эту коробочку просто вытащила всех птиц, положила их на дно, а. Ну, не на дно, а как я что-то не то все говорю. А, положила их в карман, а коробку рядом тоже положила, потому что я ее не хочу укидывать так. Вот, она такая вот. И каждая, кстати, птица, она повторялась 3 раза. Я, ну, то есть, например, вот одна птица, там, иволга, и она повторяется 3 раза. Одну я подарила сестре, вторую я оставила для коллекции, а третью буду приклеивать куда-нибудь. Вот. Вот такая коробка. И вот там вот уже все птицы. Там очень много повторяющихся таких. Ну, немного, то есть, а... Каждая птица повторяется 2 раза. Ну, либо есть такая птица, но птицы есть такие, которые повторяются 1 раз. Ну, я все не буду показывать. Вот такие вот всякие просто птички. Я вообще просто птиц очень всяких люблю. И вот эти вот мне тоже очень понравились. С этими птицами. Вот такие вот наклейки. Обычно, обычно говорю. Со всякими птицами такими. Я вообще просто всю природу люблю, мне вообще без разницы, какая там птица, главное, что природа, и вообще вот всякие как бы книги о природе, там всякие наклейки о природе, мне это очень нравится, и вот эти птицы мне вообще особенно нравятся, вот такие, так, блин, у меня там все птицы какие-то, не видно их вообще, сторона не той положила, сейчас. Ну и как бы здесь уже вы можете сами посмотреть, какие-то птицы, какие-то виды. Мне не нравятся, они такие как будто, не знаю, такое ощущение, что они нарисованы акриловыми красками. Ой, ну не акриловыми, я перепутала, акварелью, не акриловыми красками. Сейчас покажу, например, вот на этой птице. Вот, видите? И мне это вообще так понравилось, я не знаю, мне эти, правда, наклейки так нравятся. Вот, ну... Использовать я буду только те, которые повторяются по 2 раза, потому что я мне просто пока нравится их коллекционировать. Эти наклейки. Блин, я закрыла карман, а коробку назад не положила. Все. Вот так вот. И вот такие вот птицы. Так, блин, опять отсвечивает. Да что такое? Вот. Следующая у меня здесь вот такая вот страница. Вот это, кстати, я сразу же говорю, здесь я могла написать ошибки. Я не... Это, ну, вот последнее слово я... Не знаю, как здесь по-нормальному, если без ошибок точно написать. Вот. Здесь получается вот такой карман с картона. Здесь я положила вот такой пакетик. Это тоже с Алиэкспресс.
такие вот наклейки по теме «Алиса в стране чудес». Здесь уже повтор, ну, то есть повторов нету. Здесь все наклейки разные. Ну, блин, доставать, не доставать. Ладно, можно достать. Достану. У меня, кстати, еще будет с Алиэкспресс. Тоже чаще всего я наклейки в Алиэкспресс и в Канзбун беру. Вот. Такие вот всякие. Ну, как бы всякие-всякие наклейки. Просто по теме «Алиса в стране чудес». Тут вообще все. Такие. Вот так вот. Мне нравится этот вообще пакетик. У него так интересно хранить их. Сейчас еще и убрать не смогу. Сейчас я уберу и дальше начну. Так, все, я убрала. Вот такой пакетик с наклейками. Кстати, я нарисовала еще в альбоме для этих наклеек такую срисовывала из кино всякие как бы страницы. Такая, как домик такой бумажный. Этот кармашек я сделала в виде телевизора. Здесь такое прозрачное окошко. Вот. И в этом телевизоре у меня хранятся наклейки. У меня была раскраска с Enchantimals, там были наклейки для заданий. Но некоторые наклейки, они не были для заданий, они просто так остались. И, ну, я их, конечно же, вот сюда положила. Просто я их доставать, наверное, не буду, потому что мне неудобно будет из этого кармана доставать. Я потом не смогу положить вот такие вот всякие. Там вообще просто лапки разные, какие-то цветочки, там есть какие-то питомцы от этих кукол. Вот сама кукла, там есть вот эта вот кукла с питомцем. Своим, как бы я не буду это уже доставать, это такая страница. Здесь вот так вот, здесь у меня много сердечек, я не знаю, мне сердечки все время хочется рисовать. Здесь такой прозрачный карман, тоже из обложки от тетрадки. И вот здесь у меня вот такие вот всякие сладости, я просто, у меня такой был один такой лист с такими наклейками, всякими пироженками, там, мороженками. И я просто все почти использовала, из этого я остатки вот так вырезала и положила в карман. Которую доставать не буду, и так понятно. Здесь это тоже с Алиэкспресс, просто у сестры, у нее были единороги с Алиэкспресс, и это, кстати, пакетик отклеивается отсюда. Вот. И там у нее повторялось по два раза, и она мне дала, которые повторялись. Вот такие вот. Тут всякие единороги, всякая такая облака, там всякие такие, как бы. Мне тоже нравятся очень они, интересные такие, красивые. И цвета, главное, такие, мне так нравятся вот такие вот всякие цвета, как вот у этих единорогов. Так, дальше у меня вот это последний пока что карман, я потому что там не рисовала, потому что я буду рисовать только тогда, когда у меня какие-то наклейки будут появляться, и я для них буду делать карман. Вот, вот здесь как бы такой карман, мне кажется, у него много чего может поместиться, на фоне тоже сердечки, там, кстати, просто такое большое сердцо, которое наполовину сиреневое. Наполовину розовая. И прозрачный карман от обложки. Тоже такой большой. И здесь у меня вот такие вот листы с наклейками. Это получается вот такие вот объемные наклейки с феями, вот из этим, из этого мультика. И тут еще всякие были маленькие листики, какие-то всякие такие, как бы. Я сразу. У меня так мало наклеек, потому что я вообще только что начала собирать коллекцию. Просто посмотрела одно видео на одном канале. О, там. Была очень толстая такая розовая тетрадь с наклейками, и мне прям так захотелось собирать наклейки после этого видео. Вот я и начала собирать вот такие как бы всякие наклейки. Здесь я просто некоторые тоже использовала уже, потому что когда я не собирала наклейки, я вообще наклейки не думала, что может собрать наклейки. Я как-то о таком даже собирать наклейки. Я как-то даже о такой коллекции-то и не задумывалась. У меня на канале есть видеообзор на мою коллекцию монет, также я собираю коллекцию камней. Вот, и как это называется-то? Блин, я какую-то еще коллекцию собирала, я забыла какую. Ну, как бы, коллекцию монет я показывала в такой коробке, но сейчас они у меня уже в специальном альбоме для монет с Алиэкспресс тоже. Вот, и я вам в этом альбоме обязательно покажу, потому что у меня появилось очень много новых монет. Да мне вообще, мне очень много чего нужно вам показать, я уже так думаю. Я, наверное, буду план составлять, потому что так я все просто забуду. Потом вот такие вот наклейки с мишками, вот с такими. Вот мне они тоже очень нравятся. Такие красивые. Вот это, кстати, вот наклейка, где два мишка, два мишек, то оно в виде сердечка такая наклейка. Вот, может быть, видно вам. Вот такие, как бы, наклейки у моей сестры такие были. Она их просто все испортила, изрезала. Тут просто вот сидит. Там ее бант.
головной. И вот, это как называется? Ой, изрезала кожу. И склеила. Тут всего лишь, получается, всего лишь 5 5 наклеек. Ну, мне не очень нравятся такие вот красивые мишки всякие. Вот. Такие. Пока что я использовать их не буду, я просто пока коллекционировать их буду. У меня такая коллекция новая появилась. Мне так понравилось, все собирать очень интересно. Вот такие вот снежинки. Тоже очень красивые. Зимние. Вот. И мне нравится то, что здесь снежинки как бы разных таких размеров, большие, маленькие. Если вот я даже захочу потом куда-то приклеить, то, ну, под размер листа, на который я буду клеить, можно выбрать. Не всегда ведь такая вот большая уже снежинка. А вот захочешь, и вот таких вот маленьких здесь есть, тоже очень удобно. Вот такие вот снежинки всякие. Кстати, я вот эти вот наклейки, которые показываю, вот эти вот как бы листы, которые я сейчас показываю, я, ну, кроме вот того с феями объемной. С феями объемной, кстати, так, сейчас я скажу. Вот эти вот на Алиэкспресс были, заказывали. Потом вот эти тоже с Алиэкспресс, эти из раскраски ненужные остались. Вот эти вот из Кантбум там, не знаю, как бы за сколько. Потом вот это вот с Алиэкспресс тоже. И вот эти вот феи, они у меня вместе с журналом шли. Просто я не знаю, зачем вообще, хотя журнал был на тему совсем другую. А почему тут эти феи шли в набор? Вот эти вот с мишками из Канцбома за 15 рублей. Как бы все вот эти вот листы, которые я сейчас покажу, они будут за 15 рублей всего лишь. Вот. Как бы такие снежинки. Вот. Потом... И они из Канцбома. Там такие наклейки есть. Там чаще всего я буду покупать наклейки, потому что... Ну и на Алиэкспресс, потому что там очень тоже много. И вот такие вот бабочки. Здесь тоже вот очень удобно, здесь разных размеров, то есть есть большие, есть поменьше. Мне вот это вот нравится. И вообще, я как сказала, что я люблю все, что связано с... Мне, кстати, вот эта вот черная бабочка нравится, хотя я черный цвет вообще не люблю. Хотя она не вся черная, у нее там бирюзовый чуть-чуть есть такого. У крыльев просто вот почему-то я снимаю, и этого не видно. Как будто у нее нет там ничего. Хотя на самом деле у нее есть. И вот посмотрите, как красиво она черная и переливается. Блестки такие. Вот такие бабочки всякие. Я как сказала, что я уже люблю природу. И вот эти бабочки мне тоже очень нравятся. Вот такие вот наклейки. Они, кстати, я сказала, что они с блестками. Что-то я забыла. Ну, как бы они с блестками. И такие вот бабочки тоже очень красивые. Кстати, вот, вот у этих мишек, у них на ихнем фоне, вот этом вот, ну, то есть, когда вы наклейки все, например, отклеили, у вас уже нету, вот на этом фоне есть вот такие вот, видите, звездочки и цветочки. Мне кажется, что их тоже можно вырезать и потом приклеивать, потому что это же тоже липкая сторона. Наверное, я так и сделаю, потому что вот эти вот звездочки мне так понравились, вот эти вот, которые как будто бы они из пайеток такие. Ну, цветочки, я не знаю, мне не очень они нравятся, но вот звездочки мне понравились. Ну, как бы, в принципе, все. Вот это пока моя коллекция наклеек. Но мне кажется, это для начала нормально. Я же только что... Я как бы... Когда начала собирать-то? По-моему... Да, как бы где-то на днях. Вот такое как бы получилось видео. Мои все наклейки. У меня есть еще стикербук такой толстый. И там есть уже мои самодельные наклейки. Но я не буду это показывать. Я уже говорила в каком-то видео, потому что... Я не хочу это показывать, потому что они не очень красивые. Вот из-за этого. Так, ну как бы все. На этом было все. Всем пока.